I've been fucking lost and popping pills, man, I feel it's like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Fucking with me, call up on OC and show up and then they shut down. When my homies pull up on your block, they make that thing go crack on top down. Ну и следующий этап, ребята, это выравнивание самой двери. А, смотри, да, вот так вот, а то ты неровно начал. Выравнивая самой двери, сейчас мы рубанком выявляем наши неровности, шпатлюем их. Все это выравниваем, грунтуем, а дальнейший уже этап у нас будет покраска. Всем привет на канале УНБ, погнали! Итак, на большой плоскости мы выявили все наши неровности. Деталь у нас, в принципе, ровная после удаления. Но здесь вот видно, то есть вот здесь везде трет, да, здесь не трет. То есть мы здесь цепляемся, здесь нет. Значит, здесь небольшое углубление. Его нам необходимо будет перетянуть. И здесь углубление, которое нам тоже будет необходимо перетянуть. Пока мы не замотовываемся, здесь у нас перетягивается все полностью, поэтому искать нам здесь ничего не надо. Берем мягкую подложку и побежали. Еще важный момент, подснимите поближе апеллятор, блин. Видите, вот здесь вот сварочные швы, да, сейчас мы их не будем трогать, то есть по ним водить именно машинкой. Мы их скотч-брайтом аккуратно зачистим, после чего все остальное машинкой пройдем. Для чего мы так делаем? Чтобы вот эти шишечки не подпилить и не запилиться в цинк. Чтобы у нас здесь было все надежно защищено. Все, в принципе-то, здесь машинкой обрабатываем. Вы там ищете неровности. Здесь машинкой обрабатываем. И вот тут, вернее. Потом замотовываем эти места по-хорошему. Мы уже как бы абразивом вручную это замотуем. Риска у нас будет отличаться вот от этой продольной. И даже если мы проявочный слой уберем, по риске мы будем видеть, где наши вот эти ямки. То есть так шпатлевать нельзя. Нам нужна риска. Все, здесь тоже машинкой можешь пройти. Здесь ровно, мягкой подложечкой. 240 бери. И его пусть он понты проколотит. Доктор, где шляпа, блядь? Нету, пропил. Пропил? Да. Капец. Проел. Все, не нажимай, просто гладь. Первый слой особенно, он еще не уселся, она плохо цепляется. Он будет, как будто бы не цепляется, да, не обращай на это внимания. Пошоркали, и потом, видите, он с каждым разом будет все лучше и лучше цепляться. Все, меняйтесь, чтобы каждый попробовал. А вы на его детали будете тереть. По очереди, на. Да. Смотрите уже, то вам не видно. Поменяйте сторону. Вот так вот. То есть и так, и так. Крест-накрест, да. Все, видишь, уже мы видим ямку. На, подержи ему. Видишь, ты выворачивать начал его. Вот. Он у тебя не должен качаться. Вот. Во, блядь, куда ты крутишь? Во! Тебе так неудобно там. Вон, встань сюда. Иди сюда. Все, вот так вот устал тереть. Перешел сюда. И за картинкой тоже следи. Видишь, мы уже по эпоксидному идем. Нам не дотереться до цинка. Вот это у нас уже 100% ямки. Вот яма, вот яма. Давай, давай.
Можешь вот, можешь давление немножко сделать сюда. На, серый, подпили сюда. Лицо, чтоб не украли. Иначе мы пройдем. Обезжириваем место, где будет. Ну, мы всю деталь сейчас обезжирим. Все, протирайте ее. И хорошо, у нас в шве, так что нужно дать хорошо выветриться ей. Хорошо, выдуваем. Карбоновую шпатлевку, она есть на сайте. Чем карбон от стекловолокна отличается? Карбон вы, допустим, вечером натерли, да? Вернее, наложили. И собираетесь утром затереть. Ну, устали, утром хотели затереть. Карбон у вас будет затираться хоть через месяц нормально, вы его не пересушите. А вот если стекловолокно вы будете вечером намазали, а утром тереть, то вы кучу абразива потратите и устанете. Видите, смола наверху? То есть эту смолу нужно обязательно хорошо вымешать на всю шпатлевку. Видишь, она внизу уже суховатая, смола поднялась. То есть хорошо ее вымешиваете. Если смотрите, все еще суховато, можете добавить полиэфирной смолы. Ни в коем случае, как вот на Ютубе там есть, разбавляют шпатлевку разбавителями, растворителями, да? Потом еще типа эта жидкая шпатлевка нафигачит. Это совсем другой состав. И там и просады будут, и потом она трескаться будет. Шпатлевку никто не разбавляет растворителем. Это рукожопы только так делают. Если вы уж хотите ее более жидкую, эластичную сделать, вот. Полиэфирная смола – это вот та, что мы работаем со стекловолокном. Шпатлевка и есть здесь карбон и вот такая смола. Все, больше там ничего нету. Вон, долили вот так. Ну, сюда не надо доливать, там хватает. Это я вам просто показал, что я не вру. Все, и хорошо размешали. Даже если вы где-то забыли крышку закрыть, и у вас подсохла шпатлевка. Универсалку тоже этой же смолы налил. Все, перемешали, и она у вас как новенькая. Вон, смотрите. Хоть на хлеб мажь. А на Ютубе можно насмотреться такой шляпы, что вы потом в такую жопу попадете. Что... Все, сейчас мы много не берем. Нам не надо много мазать. Ориентируемся. Нам нужно сейчас забить шов. Все, больше нам ничего не надо сегодня. Ну, не сегодня, сейчас, за этот замес. Все, поэтому я беру немного. С отвердителем не перебарщиваем. Если вы, вот особенно, знаете, ошибка, когда осень уже прохладно, вы еще не отвыкли от уличной работы, да, на улице делаете, шпатлевка начала сохнуть дольше, вы начинаете добавлять больше отвердителя, чтобы она быстрее высохла. Да, она может чуть быстрее высохнуть, но потом, когда вы покрасите машину, несмотря на то, что вы загрунтовали, у вас, допустим, машина синяя, и там, где вы шпатлевали, будет ярко-желтое пятно лимонного цвета. Что это такое? Это пероксид вошел в реакцию с вашей краской.
Первое, что мы должны сделать, ничего не выравнивать. Мы забиваемся. То есть как бы туда заталкиваем. И не то, что вот раз, прошел и все, да? Мы несколько раз закатываем по одному месту. Движения должны быть у вас. То есть не надо всю шпатлевку сразу взять. Я вот дозу взял, шпатлевки я имею в виду, и пошел. Но помни, шпатлевка размешанная, хорошая, живет 2 минуты. Через 2 минуты карета станет тыквой. Она задубеет. И видите, у нас сейчас с вами очень много ступенек. Да? Второй слой нам надо будет наносить. Неудобно. Правильно? Поэтому мы берем и протягиваем, чтобы мы могли, не перетирая, второй слой пройти по этому же месту. Смотрим, где-то у нас вылезли остатки. Нам здесь неудобно будет тереть, да, вот тут вот. Все, аккуратненько убрали их. Нам же легче потом будет вот эти следы перетереть, чем сургучи вот эти. Правильно? Все. Это все, что требуется от первого слоя. Смотрите, как я точно развел. Честно, опять случайно получилось, блин. У меня обычно остается капец. Все, шпателя после работы. Вот мы краску подобрали, да, на подборе. На подборе нам дали импортный растворитель, который именно к этой краске. Что мы сделали? Мы его вылили вот сюда. Будем мыть им пистолеты. А разводить краску надо только вот таким разбавителем. Он есть на сайте. Так. Кстати, кто не в курсе, вот так чудесно раскладывают шпателя Топмастер ОНБ. Они есть на сайте. Переходим, заказываем. Шпателя сами сделают за вас работу. А если вы еще карбоном ОНБ делаете, вы вообще можете к детали не подходить. Развел, положил, посидел, покурил, все само сделается. На самом деле, так, сейчас уже побольше разводим, нам надо побольше плоскость растянуть. Вы сначала, кто первый раз шпатлюет, сначала не старайтесь сразу отвердитель добавить. Помешайте без отвердителя, научитесь хорошо размешивать сначала шпатлевку. Я разношу на несколько участков шпатлевку. Берем шпатель побольше. Не вот так шпатлюем, вытягивая. Вот, мы его надавили, он принял форму вашей двери. Все, и погнали. Потянули. Мусор тянет, ничего страшного. Вот, убрали мусоринку. То есть мы основное, то, что нам нужно было заармировать, мы зашпатлевали карбоном, видели, то есть его уходит много, да, карбон более-менее дороже. Основное мы им закидали, сейчас можем с универсалкой, кудесник вот такая у нас есть, размешать его пополам. Ну, тем самым сэкономить, не теряя в качестве. Сейчас нам надо побольше развести. Лучше иметь стекло в гараже. Я такие большие объемы не делаю. Иметь стекло в гараже и на стекле все это дело разводить. То проходим, чтобы у нас тут бороздки не было.
чтобы какого-то перепада не было. Обратите внимание, то есть мы вот так не ложили, да, да, с третьего раза мы положили, но мы сейчас протянули, и у нас полный маяк есть, у нас вся плоскость с нужной нам сферой, то есть здесь уже ни ям нету, и скругление идет такое, какое у нас надо. Сейчас мы уже, вот нам останется вот тут подшпатлевать, да, просто шпателем протянуть. Ну и здесь смотрим, где есть небольшие недочеты, здесь протянуть. Все, берем рубанок и погнал. Что мы сделали? Защитили металл, зашпатлевали. И сейчас будем грунтовать, да? Есть одна фишка, которой в техничках нету нигде, да? И... Ну, то есть, если вы кому-то будете рассказывать, то есть, доказывать что-то, ну, вас посчитают за там ненормального. Сейчас мы будем грунтовать. У нас там есть протиры, да, протиры для металла, где-то протиры до цинка, то есть, их нам обязательно перекрыть двухкомпонентным эпоксидным грунтом сначала, да. Но мы будем грунтовать всю деталь. То есть, тонкий слой эпоксидника мы нанесем. Для чего мы это делаем? Понятно, у нас грунт-изолятор, он не имеет никакой наполняющей свойств, да, потому что наносится тонким слоем. Но у него есть одна фишка, это то, что у него молекулярная структура именно, да, она очень тонкая. То есть сам помол, сами зернышки, они маленькие. И эту проникающую способность можно как бы использовать, не изолирующие его свойства, да, здесь мы два в одном убиваем. А что у нас получается? Вот смотрите, допустим, у акрилового грунта, да, у нас, ну, вот такие вот зерна, да? Ну, это я так, грубо, утрируя. А у эпоксидного грунта у нас зерна вот такие. Ну, понятное дело, маленькие, да? А, то есть, что происходит? Сейчас вот мы... От чего происходит просадка, да? То есть любой материал, когда усаживается, он немножко уменьшается в размерах, да? Остается у нас только что сухой остаток, да? Смотрите, вот, допустим, ваша риска, да? Ну, я утрирую. Ваша риска, мы ее грунтуем акриловым грунтом, да? Вот, вы загрунтовали, нанесли слой. Естественно, утром вы приходите, вы залили, у вас все, у вас ровная площадочка. Но утром вы пришли, смотрите, у вас уже ирисочку видно, да? А почему ее видно? Потому что испарились летучие вещества, сами шарики уменьшились в размере, да? И они сюда просели. Получилось, что у вас вот такая вот просадочка, да, получилась. В принципе-то и это не беда. Что мы делаем? Для этого мы испиливаем, да, утром выравниваем грунт. И у нас все ровненько. Но шарики потом еще уселись. Вы уже покрасили, все сделали. Они вот сюда заняли все это место, уменьшились в размерах. И у вас уже на краске образовалась на лаке вот такая штука, которую вы уже все не сполируете. И вот эти вот рисочки видели на лаке, может, часто? То есть это и есть просадка. Что мы делаем? Мы с вами сейчас и, ну, попытаемся наколоть судьбу, да, используя эпоксидный грунт. И так как у нас у эпоксидного грунта вот такая молекулярная структура, да, то есть мы металл закрыли и проходим по нашей детали. Что получается? Мы забиваем вот этот вот уголок эпоксидным грунтом. То есть мы залили, слой нанесли, он занял вот это место. И вот эту часть
вы даже глазом будете видеть, капец там риска, да? Ну, это и будет показатель, что он уже в вашей риске, там он туда попал. И потом, через 30 минут, да, мы уже наносим акриловый грунт. Естественно, и там у нас есть сухой остаток, да, и летучие вещества. Летучие улетучились утром, все это уменьшилось и просело, да. Утром мы это спиливаем, но если у нас здесь был запас, куда проседаться, здесь у нас нету этого запаса. Оно уплотнится, и второй раз после уже перетирки оно у нас никуда не сядет. Опять же, работая с эпоксидным грунтом перед, ну, по шпатлевке, по мультицветным поверхностям, то есть, когда у вас разные материалы, да, допустим, это шпатлевка, металл, разные шпатлевки, то есть вы избегаете обводок. Обводок и подрывов всякой вот этой шляпы. Ну, естественно, что если у вас сырая шпатлевка, и вы начнете наносить там эпоксидный грунт, все это, да, шпатлевка у вас потом, ну, там с водой терли, не просушили, ну, кто-то с водой трет, я раньше тоже тер. Не просушили шпатлевку, не дали ей высохнуть, то, естественно, через эпоксидный грунт это может потом он затвердеть, и не выйти все до конца, тоже будет беда. То есть, поэтому мы как бы и даем шпатлевке высохнуть хорошо. Все, идем, разводим эпоксидный грунт. Так, там обезжирили все, да? Эпоксидный грунт мы будем использовать ОНБ, и советую вам это делать. При работе с цинком только ОНБ. И разводить его будем разбавителем для цинка 4005, он же у нас идет и для эпоксидного. Разводим на всю. Да можешь сразу все пройти. Сам пройди. Шланг сзади. Ну, я напоминаю, ребята, на сайте сейчас хорошие скидки идут, то есть при покупке от двух штук, двух банок материала, допустим, вы получаете оптовую цену, да? Если от 6 штук, то у вас будет супер цена. Также есть интересные наборы, на которых можно очень хорошо сэкономить. Так что переходите. А на сегодня у нас закончился еще один этап. Следующий этап у нас это нанесение шовного герметика, после чего мы будем деталь уже выравнивать и
карасики. А на сегодня все. Здоровья всем крепкого, настроения бодрого, добра, бабла, хлеба и мирного неба. Да. Ha ha ha.